Почему нельзя смотреть на солнечное затмение? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Недооценивать солнце нельзя. Если смотреть на солнце долго, можно повредить сетчатку и провести остаток жизни с темным пятном перед глазами, или даже ослепнуть. Такой же эффект бывает, если наблюдать за солнечным затмением без специальной защиты. Это только кажется, что во время затмения солнце светит не так ярко, как обычно. На самом деле в это время инфракрасные и ультрафиолетовые волны той же длины и силы воздействия, что и в ясный солнечный день. Ультрафиолетовое излучение средневолнового диапазона 280-315 нанометров практически неощутимо для глаза человека и в основном поглощается эпителием роговицы. Но при интенсивном облучении оно вызывает радиационное поражение – ожог глаза. Если бросать взгляд на солнце время от времени, особого вреда не будет. Но если так делать регулярно, высока вероятность навредить здоровью. Человек не чувствует, как ультрафиолетовое излучение влияет на его глаза. Последствия такого воздействия могут проявляться через много лет. При попадании прямых солнечных лучей в глаза повышается риск появления катаракты, дефекта сетчатки, ожога глаз, воспаления роговицы, меланомы. В отличие от ожога, который проявляет себя за несколько часов, остальные негативные эффекты будут накапливаться постепенно и позднее приводить к заболеваниям, приносящим еще большие проблемы. К тому же может пострадать острота зрения, и восстановить его до первоначального состояния будет практически невозможно. Если вы стали свидетелем полного солнечного затмения, вы, конечно, можете посмотреть на него невооруженным взглядом в тот короткий момент, когда Луна полностью заслоняет собой Солнце. Но угадать его крайне сложно, поэтому лучше защищать свои глаза. Есть мнение, что люди с зелеными или карими глазами могут смотреть на солнце практически без вреда. Но это не так. Меланин – это пигмент, определяющий цвет кожи и волос человека. Чем больше меланина, тем темнее кожа и волосы. Голубые глаза на самом деле содержат меньше меланина, чем зеленые или карие. И могут быть более восприимчивы к повреждению ультрафиолетовым излучением и синим светом. Однако смотреть на солнце без какой-либо защиты опасно вне зависимости от цвета глаз человека. Обычные солнцезащитные очки не могут быть отнесены к подходящим средствам защиты глаз для наблюдения за затмением. Их фильтрация слишком слаба и есть риск сильно навредить зрению. Также не стоит использовать рентгеновские снимки. Для наблюдения подойдут специальные светофильтры, засвеченная фотопленка или пленка из дискет. Их магнитный слой хорошо задерживает солнечный свет, что поможет защитить глаза. А можно купить специальные очки для наблюдения за солнечным затмением. Они так и называются. Астрономы применяют специальные фильтры. Без специализированной оптики не стоит смотреть на солнце более 1-2 минут. Но даже с ее применением лучше ограничиться 3 минутами максимум. Наблюдать за солнечным затмением нельзя тем, у кого есть проблемы с глазами. Заболевания сетчатки, макулодистрофия, повреждения глаза, воспаление. Для детей дополнительных специфических ограничений нет, но им важно объяснить, что на солнце долго смотреть нельзя. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!